Приветствую, дорогие друзья, на канале Тимоха Лайф. В этом видео хочу вам рассказать про вот такой нож, который называется Спайдерка. Это оригинальный нож. Я в этом видео вам расскажу, как отличить оригинал от подделки, на что необходимо обратить свое внимание, ну и прочие мелочи. Давайте открывать скорее и смотреть на сам нож. Вот такая вот коробочка красная, запечатан он. Вот такой вот целлофановый пакетик. Значит, это нож Urban VG10, производство компании Спайдерка. Аккуратный, легкий, компактный складной нож, который отлично подходит для ежедневного использования. Сам клинок выполнен из премиальной нержавеющей стали VG10. От этого, наверное, пошло название самого ножа J10. Материал рукоятки прочный стеклотекстолит J10. Сам нож оснащен жесткой проволочной клипсой. Вот это вот она. И практичным замком Slip Join. Общая длина ножа составляет 154 мм, а длина клинка 65 мм. В качестве материала клинка использовались наилучшие технологии. Это высоковалерийная нержавеющая сталь VG10, которая считается на данный момент одной из лучших ножевых сталей в мире. Значит, изготовленный из этой стали клинок не подвержен никакой коррозии, то есть не ржавеет, и обладает прекрасными режущими способностями. В течение долгого времени он остается острым. Давайте проверим на листике бумажки и убедимся в этом. То есть, видите, он режет без всяких каких-либо проблем. Сам клинок извлекается одной рукой с помощью круглого подпальцевого отверстия. Кстати, это отверстие, вот это вот круглое, разработано компанией Спайдерка и запатентовано на сегодняшний день. Нож оснащен замком Slip Join, который отличает удобством и простотой самой конструкции. Вот так вот оно все, раз, все, нож используется. Рукоять анатомической формы с пальцевыми выемками, которая очень комфортно лежит в руке. Сама текстированная поверхность рукояти обеспечивает крепкое удержание, даже когда руки у вас находятся мокрые или грязные. Рукоять вот эта вот выполнена из прочного, износостойкого стеклотекстилита J10, который не боится влажности и каких-либо перепадов температуры, минусовых или плюсовых. Нож сам крепится на поясе брюк, благодаря вот этой вот клипсе, и удобно лежит в кармане, так как он очень легкий и маленький. Вот такой вот сегодня ножик у нас был на осмотре. Производитель этих ножей — Спайдерка США, а сама страна происхождения ножа была Япония. Кстати, хотел вас обратить внимание ваше на то, что как же отличить подделку от оригинала. Значит, на подделке нет вот таких жучков от компании Спайдерка. Они находятся само на лезвии, затем выгравировано Спайдерка, само название, и модель VG10. Также жучок должен находиться на клипсе. Ну и обязательно вот такие их реогрифы, как правильно сказать, не знаю, тоже на лезвии. Вот такой вот прекрасный нож, который, я думаю, понравится многим из вас. И очень-очень удобный, друзья. Кому понравился такой ножик, осмотр, обязательно поддержите лайком. Я буду снимать еще различные, у меня очень много есть различных ножей, которые могут вам тоже понравиться. Подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, на все вопросы отвечу. Всем пока!